Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Уважаемые земляки, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить годовщину воссоединения Республики Крым и города-героя Севастополя с Россией. Года назад митинг, порядка 5000 человек собралось, потом на второй митинг, потом поменьше было. Вот сегодня опять собралось большое число людей, и когда смотришь, вот когда с трибуны оттуда на массу людей, у них лица добрые, излучают доброту. Вот, то есть это можно сделать, вот, они пришли не потому, что им сказали сюда прийти, а обязали. Их душа позвала сюда прийти, вот, на то, чтобы солидаризироваться вместе с нашими земляками, которые живут в Донбассе. Не только в Донбассе, но и вот сегодня Крым в основном идет. Поэтому надо помогать им. Не зря говорят, народ, который объединился сам, который поставил задачу быть вместе, значит, ничто не будет его разлучать. И так и он всегда победит. Поэтому вот мы сегодня пришли сюда для того, чтобы подтвердить еще раз, что вместе мы сила, действительно, этот лозунг. Вот. А нам вот, ветеранам, мне иногда говорят, вот, ваше время ушло. А я им говорю, что я согласен, наше время ушло, но мы чуть-чуть задержались. А задержались не для того, чтобы сидеть на заваленке и лускать семечки, или лежать на диване и мультики смотреть, а чтобы вести активную, целенаправленную, целеустремленную работу по подрастающим поколениям, чтобы они росли патриотами, любили свою родину, как наше старшее поколение, чтобы они были готовы защищать ее, чтобы они жили полной жизнью.